Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад хризантем. Сегодня я покажу способ укоренения черенков хризантемы в воде. Это не я придумала, это я посмотрела на просторах интернета. Вот хочу посмотреть, попробовать и показать вам. Нам понадобятся черенки. Я их максимально убрала всю листву. Черенки у меня не весенние, можно сказать зимние. На дворе конец декабря. Просто мне хотелось попробовать вот этот способ. Я их все выравниваю, чтобы они были одинаковы. Это важное условие. Подложка. Делаем круг. Это будет вставляться в стаканчик. Для чего? Чтобы черенки не падали и не касались друг друга. Обрезаем меньше, чем мы обвели. За миллиметра 2-3. Чтобы подложка ушла в стаканчик. Где-то вот так, чтобы она стояла. Можно даже еще чуть-чуть. На подложке равномерно делаем дырочки. У меня 5 черенков. Одна дырочка посередине. Чуть-чуть даже побольше, так вот чуть-чуть расширить ее. И 4 череночка по сторонам. Этот способ только для того, чтобы черенки дали корни, первичные корни. Ага, не проходит. А потом их все равно пересаживают в землю. Ну, опять-таки, экономия места, экономия времени, наверное. У кого-то черенки в воде хорошо укореняются, у кого-то черенки плохо укореняются. Я не могу, например, в воде укоренять, они у меня не получаются. Я работаю только с торфом. Торфосмесью, вернее. Туда перлит, песок и торф. Где тут получится? Но показываю этот способ для тех, кто любит укоренять растения в воде. Вот они примерно, они должны у нас все быть на одном уровне по низу. Вот этот у меня провалился. Так вот. И потихонечку ставим стаканчик. Так, чтобы корешки, ой, корешки, стволик вниз касался воды. Вот видите, они черенки между собой как бы отдельно все стоят и не сильно соприкасаются. И внутри получается тоже никто не падает, не валится никуда. Все вот аккуратненько в водичке стоят. За 3 недели должны пойти первые корешочки. 2-3 недели, смотря какой сорт, смотря какие условия. Если это на досветку в тепло, то это быстрее будет. Если это на подоконник, ранее черенкование без досветки, в прохладном месте, то, конечно, это будет дольше. Удачного всем укоренения. Попробуйте, кому хочется.